Сегодня в лагере туристический день. Дети в ходе соревнований демонстрируют свои туристические навыки. А до практической части они побывали на мастер-классах по ориентированию, вязанию узлов, разведению костров и оказанию первой помощи в полевых условиях. Ребят ждали несколько увлекательных станций по технике спортивного туризма и первой помощи. Все их умения на каждой из них оценивали специалисты. Здесь показывают они умение завязывать туристические узлы. Так, здесь они завязывают узел. Так, если узел неправильно, с ошибками, 1 балл штрафа ставим. Если уж вообще ни один узел не могут связать, не связанный узел, 3 балла штрафа. Мне здесь очень нравится, завел много друзей, мероприятия от вожатых своих. Мне вот понравилось вот это сегодняшнее мероприятие очень. Елена Анатольевна, какой район проходит сейчас? Какие этапы? Спортивное и сами вот интересные, получается, какой таскать проходит? Дрова, медицина, это узлы, компас. Дети галактики – это отдых для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них организаторы подготовили игровые, спортивные, туристические и патриотические программы. Когда мы соглашались проводить этот фестиваль, я была уверена, то, что опыта у нас достаточно, так как все-таки почти 30-летний опыт организации палаточных лагерей и авторские программы, они дают какую-то уверенность, что мы это сможем осилить. И в прошлом году, когда впервые провели, всем, кто приехал в наш лагерь, никто у нас не уехал, всем все понравилось. И вот, скажем так, Министерство по делам молодежи, они доверили в этом году повторно провести данный фестиваль на Бавлинской земле. И это, конечно, очень приятно, это очень большая ответственность. Ответственность и за безопасность, ответственность за проведенное мероприятие. И очень большая ответственность все-таки огромная. У нас около 300 человек в общей сложности получается. Это и организация питания. Потому что мы проходим все контрольные органы, и Роспотребнадзор, и пожарная безопасность. Ну и мы постарались сделать, чтобы по всем критериям мы прошли положительный результат. По ее словам, программу они разрабатывают сами, вносят много новшеств, чтобы удивить ребят. Это эстафеты, мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными людьми и другие активности. Патриотический день мы пригласили и военно-патриотический центр «Воин» из Казани. Здесь уже именно большие специалисты, которые готовят ребят на СВО. Они приехали, показали современные возможности и современные виды, как безопасности по медицине. И с квадрокоптерами попробовали поработать ребята. И, конечно же, зорницу провели, и военную технику посмотрели. В целом все в лагере предусмотрено для полноценного питания и отдыха. В массе интересных мероприятий каждому находится дело по душе. Павлах проводит больше мероприятий, интереснее. Мы играем, танцуем. Как отмечают организаторы, такие лагеря учат детей больше самостоятельности. Так переносить какие-то сложные моменты в жизни легче. Они уверены, за эти 7 дней ребята получат массу незабываемых впечатлений, наберутся сил. Это еще и прекрасная возможность пообщаться со сверстниками, найти общих друзей. Айгуль Идиатуллина, Булат Миниязов, Бавлинское телевидение.